комментарий к вопросу из социальных сетей. Принцесс Волюм используется для коррекции неглубоких заломов. Коллеги, нет, не так, я не соглашусь с этим утверждением. Принцесс Волюм 23 мг концентрации гиалуроновой кислоты, ретикулирующий агент, бутадиодоглицериновый эфир. Средняя степень ретикуляции. Продукт очень пластичный, связи динамические, но они очень надежно фиксируют молекулы гиалуроновой кислоты, поэтому препарат ретикулированной технологии Smart Princess Volume может быть введен, безопасно введен на разные уровни. Глубоко в гиподерму, на глубину супрапериостально, на глубину поверхностных жировых компартментов. Будет использоваться инструмент канюля. Princess Volume может быть введен в средний уровень для заполнения носогубных складок, проблемы морщин в марионеточной зоне, межбровных морщин. Для волюмизации скул, для волюмизации губ, для аугментации субментальной зоны, для коррекции аугментации субментальной зоны. Поэтому препарат может быть использован не только среднеповерхностно, но и достаточно глубоко.